Я снова проспал завтрак! Ура! В общем, я не знаю, как это происходит, но я уже второй раз просыпаю отельный завтрак. Вон, смотрите, внутренняя кафешка. Там уже все убрано. Так что надо выходить на улицу и искать, чего можно поесть там. Как вариант, я сейчас подумал, чтобы сэкономить, да, и не тратиться на какие-то там дорогие кафе, американские завтраки и прочее, можно попробовать найти местный супермаркет и выцепить там, ну, какое-то подобие доширака. Мы же все-таки в Азии, и тут, по идее, он должен продаваться на каждом углу. Но пока что вместо доширака я нашел только огромный магазин с Hello Kitty. Сомневаюсь, что они съедобные. Вот я сейчас вижу с той стороны дороги кафешку, и там что-то нарисованы какие-то оладьи или омлет, что-то такое. 49 юаней стоит, это примерно 500 рублей. Как-то дороговато для завтрака. Нам надо вот что попроще и что подешевле. Но при этом, чтобы еще было вкусно. Зацените, какая необычная тема. Мы сейчас как бы находимся на улице, но при этом, смотрите, карта оформлена так, как будто мы находимся в торговом центре. То есть у нас тут вот и спортивные есть магазины, вот там магазины электроники, вот там магазины одежды. Значит, по-любому где-то здесь должен быть еще и продуктовый магазин. Но, правда, в этой схеме хрен что разберешь без знания китайского. Ну, давайте пойдем, допустим, туда. Итак, вот какой-то небольшой продуктовый магазинчик, и, мне кажется, тут по-любому должна быть лапша. И она тут не то, чтобы есть. Зацените, какой огромный выбор, даже не знаю, какую взять. Ну, вот, допустим, вот это, смотрите, 25 юаней, то есть почти 250 рублей, выглядит неплохо. По крайней мере, на картинке нарисовано все красиво. Давайте ее и возьмем. Итак, лапша за 200 с лишним рублей, купленная непосредственно в Китае. Стоит, скажем так, сразу недешево. Надеюсь, что это будет вкусно. Сейчас доберусь обратно до отельного номера. Надеюсь, у меня там есть чайник. Честно говоря, я обратить внимание не успел. И будем дегустировать. Вы тоже это слышали? Это довольно странно. Отельный номер в Шанхае. Не то чтобы он был очень сильно крутой, не то чтобы он очень плохой, но самое главное — это то, что здесь есть чайника, это значит, что я смогу заварить лапшичку. Намного реже в отелях бывают микроволновые печи, для того, чтобы можно было разогреть уже какой-то готовый обед, и, скорее всего, он был бы вкуснее, но так как у меня есть всего лишь вот ведерко для льда, притом оно пустое, вот, и чайник, собственно говоря, кипятка мне должно быть достаточно. Следующий момент, о котором стоит позаботиться, если вы вдруг решили перекусить лапшой быстрого приготовления в отельном номере, надо подумать о приборах, потому что вот в доширак всегда кладут белую вилку. Здесь, честно говоря, я не знаю, есть ли что-то или нет, по вот этим картинкам ничего не понятно, видно, что здесь есть какие-то специи, но насчет вилки внутри, что-то я сомневаюсь, поэтому давайте смотреть, что нам предлагает непосредственно отель. Вот эта дверь у нас закрыта, я так понимаю, что это мини-бар. Дальше. Смотрите, ага, у нас есть кофейный набор, и здесь не то чтобы вилки, здесь даже ложки нету. Смотрите, есть фильтр для кофе, и вместо ложек у нас вот такая палочка для размешивания. То есть в самом крайнем случае у нас даже нету ложки для того, чтобы можно было перекусить. Вот здесь тоже пусто, и здесь тоже пусто. Окей, будем надеяться, что внутри есть вилка или, ну, ложка, вилка-ложка, да хотя бы что-нибудь. Но вообще, знаете, хотелось бы, чтобы за 200 с лишним рублей у нас внутри был хоть какой-то прибор, который можно было бы есть. Смотрите, у нас здесь сзади есть вот такой полезный лайфхак, то что упаковку надо проткнуть палочками. Но палочек-то в комплекте нету! Почему? В комплект просто не кладут палочки. Логично то, что палочки большие, ну то есть такие палочки в упаковку мы никак не поместим. Но что я хочу проверить, а возможно ли есть такую китайскую лапшу нестандартными палочками, да, вот этой стандартной палочкой, не знаю сколько они, ну, сантиметров, наверное, 15, да, в длину, если мы укоротим их в два раза.
Они же могут поместиться в упаковку. И вот у меня вопрос. Почему китайцы, японцы и прочие азиаты не кладут в упаковку деревянные палочки? Просто берем вот так и ножом для хлеба пилим их пополам. Ну и типа вот, смотрите, у нас получаются мини-китайские палочки. Ими также удобно есть. Выглядит это, конечно, довольно нелепо, но согласитесь, что это выглядит не более нелепо, чем маленькая пластиковая вилка. Но опять же, зная, насколько Китай не очень адаптирован для европейцев, тут, честно говоря, даже не в каждом ресторане можно увидеть вилку. Поэтому, ну, будь что будет. Вот такая лапша, она, смотрите, экспресс. Это единственное слово, которое тут есть по-английски. Все остальное абсолютно по-китайски. С каким она тоже вкусом, непонятно. Давайте вскрывать, смотреть. Вот такой нас сразу встречает пакетик. Вот такой нас встречает основательный пакет. И на нем, смотрите, прям мясо-мясо нарисовано. Ну, хотя вы знаете, да, как обычно любят нарисовать очень красивую картинку. Даже на дошираке с той же курицей у нас нарисована прям лапша, прям курица, овощи. А по факту там маленькие кусочки соевого мяса. Сейчас откроем, посмотрим, что здесь. Но я уже вижу, что здесь прям куча разных пакетиков и специй. Опять же, я не смогу вам сказать, что это такое, потому что ни слова, ни буквы здесь нет по-английски, только китайские иероглифы. Раз пакетик. Это что такое? Да ладно! Неужели? Господи, мои молитвы были услышаны! Не знаю, правда, кому я взывал, какому-нибудь, очевидно, богу лапши быстрого приготовления, летающему макаронному монстру. Я хотел, чтобы в наборе были китайские палочки. Я не представлял, как их можно впихнуть вот в такую упаковку. Они могли бы быть маленькие, они бы могли быть складными, и, судя по всему, это складные китайские палочки. Бау! Так, лапша пока отходит в сторонку, давайте посмотрим, действительно ли это они. Смотрите, вот такие как бы 4 детальки Лего. Судя по всему, вот так. И так, да! Это, получается, полноразмерные китайские палочки. Господи, я еще даже не попробовал эту лапшу, но я уже ставлю ей 5 мишленовских звезд. Это великолепно! Они додумались! Они додумались! Кайф! Я кайфую, я просто уже кайфую. Но, тем не менее, давайте продолжать дальше. У нас еще целая куча пакетиков в этой коробке. Вот тут у нас, судя по всему, какой-то соус. Это что-то жидкое. А вот тут внутри, ну, даже по звуку понятно, что это сушеные овощи. Дальше нас, смотрите, встречает инструкция. Но, знаете, и глядя на нее, я бы не сказал, что она понятная. Тут как бы все сразу вперемешку написано. Так, давайте думать. Тут, между прочим, два способа приготовления указано. То есть один это для микроволновки, а другой это для заливания кипятком. Но все равно мне ничего не понятно. То есть сначала мы все достаем, потом отдельно засыпаем. Или все вместе засыпаем. Хрен его пойми, короче, какие-то пакетики нужно добавлять сразу, какие-то пакетики добавлять потом. Ах, единственное, мы только саму лапшу-то еще с вами не увидели. Смотрите, здесь есть вот такая еще специальная крышка. И дальше идет лапша. Необычная, кстати, смотрите, она прям плоская. И мне кажется, она будет намного вкуснее доширака. Итак, разобраться в этом было, честно говоря, нифига не просто. И по факту, вот эта инструкция, это одна из самых сложных инструкций по приготовлению, которую я когда-либо видел. Но, вроде бы, я разобрался. Смотрите, первым делом мы берем вот этот пакетик с иероглифом из загогулиной, выливаем его непосредственно в лапшу. Это у нас что-то типа масла. Ну, то есть, это даже не соус. Какая-то, короче, шняга, она очень сильно воняет. И вот мы заливаем ее кипятком. Дальше начинается момент, которого, ну, лично я еще никогда в приготовлении не встречал. Мы берем вот эту вот ванночку, кладем сюда вот этот пакет с соусом и картошкой. Вот он специально подгибается, чтобы сюда поместиться. И заливаем его кипятком, то есть, чтобы он фактически просто нагрелся. Вот так заливаем остатки воды и все, оставляем типа на 5 минут, чтобы у нас там заварилась лапша и подогрелось мясо с картофелем. А потом уже добавляем вот эти два пакетика, перемешиваем и по сути готово. Я не спорю, что возможно есть и более сложные способы приготовления лапши. К примеру, тот же самый доширак традиционно правильно нужно заливать не кипятком, а отваривать его отдельно в кастрюле. Но для понимания этот процесс выглядит более стандартным, чем запаривать мясо в пакетике в отдельной тарелке. Ну, странно это как-то все, но звучит многообещающе. Кстати, эта лапша может оказаться очень острой, поэтому всегда наготове нужно держать бутылку с водой. Вообще, возьмите себе за правило, что если вы вдруг отправляетесь в Азию и хотите взять какое-то незнакомое вам блюдо, всегда бутылочку воды лучше держать наготове. Спустя где-то 10 минут меня только что осенила мысль о том, что как я буду доставать сейчас вот это мясо, если оно лежало в кипятке, фольга, горячо. Ну, короче, как-то не продумано, либо я все-таки сделал что-то неправильно. Самое главное сейчас
это посмотреть, заварилась ли у нас лапша. Да, лапша у нас готова. Какой-то острый бульон у нас там тоже заварился. Дальше добавляем вот эти два пакетика. Чтобы вы понимали, это даже не сколько сушеные овощи, вот типа как у нас дошираки, это вот настоящий, реально, кусочек брокколи. Просто сушеная брокколи здесь. Черт возьми. Что же нас интересно ждет во втором пакетике? Это, судя по всему, какой-то соус. Добротный его тоже так насыпали. Ну а теперь самое основное. Из кипятка достаем говяжьи куски с картошкой, я так понимаю. Но вот упаковка стала мокрая. Я не знаю, как мне ее сейчас открывать. Она не открывается. Ну и, по крайней мере, это делается с усилием, потому что пальцы проскальзывают. Скорее всего, я просто что-то сделал не так. Ну, не знаю, как и понял. Ну, это прям бульон, посмотрите. Это прям бульон с кучей мяса, черт возьми. Я никогда не видел в лапше быстрого приготовления такие куски мяса, зацените. По запаху это, конечно, очень сильно напоминает тушенку, но зато по внешнему виду, слушайте, это прям похоже на добротную порцию такого супа с лапшой и говядиной. Но пока что я доволен. По крайней мере, внешним видом я точно доволен. Сейчас осталось все это размешать до однородной массы. Единственное, только, смотрите, после того, как я все размешал, у меня как бы все мясо, все овощи, оно провалилось куда-то вниз, и сейчас это выглядит просто как самая обычная азиатская лапша. Но все-таки то, что складные палочки в комплекте, это прям душа радуется. Я реально об этом мечтал, я не представлял, как это можно реализовать, но оказывается, вот, складные пластиковые палочки, это же великолепно, и при том, это намного удобнее, чем вилка. Если просто кто-то не умеет пользоваться палочками, будет говорить, что вот, вилка намного есть удобнее, нет. Палочки придуманы специально для того, чтобы вы могли ими есть лапшу. Смотрите, сколько я вон за раз сразу могу зачерпнуть и попробую. Это похоже, знаете, на что? На походный вариант вот макароны с тушенкой, только вместо макарон у нас вот именно азиатская лапша. Она, кстати, намного вкуснее, чем роллтон или доширак. Я не знаю, возможно, она как-то по-другому делается. Но она прям реально сама по себе вкусная. Само по себе тесто очень вкусное. Ну а мясо, это по сути самая обычная тушенка. Зато посмотрите, как ее много. Какие прям огромные куски мяса попадаются. Это прям реально полноценный такой прям, ну, суп. Порция супа, после которого тебе точно несколько часов не захочется есть. Но, правда, и стоит эта штуковина 200 с лишним рублей. Конечно, я думаю, что в Китае далеко не каждый может себе позволить такую штуковину. Да и по большому счету, я думаю, что если зайти в какую-то местную кафешку и заказать точно такой же суп с лапшой и говядиной, вам подадут абсолютно то же самое по вкусу и по специям, просто это будет как бы в такой одноразовой тарелке, а там вам подадут, ну, в керамической, нормальные палочки будут многоразовые. А так, по сути, реально одно и то же. Но это реально штука очень вкусная. И самое главное, знаете что? Она не острая. То есть вот запоминайте просто, как выглядит картинка. Это экспресс. Я думаю, что в Китае такая лапша много где продается. Если вдруг захотите такую поесть, можете не бояться. Вода не понадобится. Она абсолютно не острая. Ну а если вдруг так окажется, что вы действительно окажетесь в Китае, или я думаю, что даже, ну, в какой-то ближайшей азиатской стране, то ищите такую лапшу в Family Mart. Это круглосуточные магазины, и, пожалуй, это, наверное, единственный способ в Китае, вот, если ночью, допустим, куда-то выбраться, или когда, ну, закрыты все заведения, тут бывает такая специфика, что днем, допустим, может, ну, просто шеф-повар куда-то уйти, а кушать хочется, вот просто идите в Family Mart, их очень много, они реально находятся чуть ли не на каждом углу, и там огромный выбор лапши, там есть дешевая лапша, есть вот типа такой же подороже. Запоминайте, как она называется, сохраняйте себе картинку, пробуйте, реально вкусная, из вот всех, наверное, лапшей быстрого приготовления, которые я когда-либо пробовал, эту можно прям воздвигнуть в какой-то новый уровень, то есть это не сколько даже лапша быстрого приготовления, сколько целый, ну, суп. Прям как такой рамен настоящий, нажористый, наваристый. В общем, друзья, у меня на этом все. В очередной раз я проспал завтрак в отеле. В очередной раз я выкрутился, нашел интересный способ, как в Азии можно быстро, недорого, в принципе, перекусить. За 200 рублей полноценный обед. Честно говоря, завтрак в отеле стоит дороже. Плюс на улице мы видели, да, там 40 с лишним юаней, почти 500 рублей. Это не дешево для завтрака. Вот это прям съел на весь день, сыт, полной энергии. В общем, друзья, спасибо за просмотр. У меня на этом все. Если вы ждете еще какие-то интересные выпуски из Китая, то не забывайте следить за моими социальными сетями, а также подписываться на мой канал и, естественно, ставить ваши лайки, если вам понравился этот выпуск. У меня на этом все. Меня зовут Тимур. До скорого!